На связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon Spada 2015 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, 150 лошадиных сил, АКПП, передний привод, литые диски хорошие, зимняя резина, имеется спойлер, ветровики, бесключевой доступ, хромированные вставки, повторители в зеркалах, пробег 192 тысячи. По салону у нас темный салон, ткань, не прокуренный, три ряда сидений, дополнительный монитор, раздельный климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, одна электродверь, режим эко, антиюз, предотвращение столкновения, контроль полосы, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 101. 94, 90, 108, 102, 111, 93, 93, 90, 93, 89.